Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. Я продолжаю не столько выживать, сколько пытаться потом уже построить что-то красивое наверху здесь на проекте LZCraft. Моих друзей Андрея и Дениса. Тут смотрите, сколько зомби, они... Вы чё это? Прикольно, вы чего это там? Они так обходят, прикольно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы идем, дружные солдаты-зомби. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы идем и идем, и спрыгиваем. Да, прикольно. Вот. Да, в прошлой серии мы посмотрели домик Димы. Спасибо. Слушай, мне надо почему-то положить. Так, ну. Давай. Давай, иди отсюда. Все, закрыли. Так, и у меня уже, я же говорю, мне нужно апгрейдить сундуки, иначе у меня уже все в пчелах, благодаря Диме, вообще, огромное спасибо, потому что я бы пчел искал, вы сами понимаете. Так, косточку мы сюда заберем. Так, что у меня там, где у меня там все лежит-то? Снег. Что из снега делается еще? Пасеки. Пасеки не влазят. Влазят пасеки. А, ё-моё. Нет, все, я потом за кадром займусь сундуками, ребята. Нам надо еще построить систему, мы хотели. Ну, давайте сегодняшняя серия будет за этой самой. Давайте косточку положим сюда. Кстати, что у нас там? Так, тут, а вот. Косточка уже перекостилась. Что тут у нас было? Видите, все, у меня не хватает. Я замаялся уже. На этом. На дереве я все делаю. Ну, не все, тут у меня, конечно, есть солнечные панели, но их не хватает. И летом, говорю, вот и ночью, естественно, это все это. Надо переходить на лаву, что ли. Опять же, лаву же тоже надо. Я не знаю. Ну, из ада, видимо, лаву надо брать, потому что там же тоже где-то лава заканчивается. Не знаю, на какой генератор перейти, чтобы ночью. Либо апгрейдить солнечные панели. Но их апгрейдить, ё-моё. На какой же генератор следующий перейти? Ну, на лавовый можно. Ладно, это я подумаю. Это мне... В общем, Дима, если ты смотришь, напиши, на какой лучше генератор сейчас вот мне перейти, чтоб... То я вот замаялся. Но если на лавовый, то... Лаву же откуда-то брать постоянно. Ну, из ада, видимо, там эту ставить телепортирующую систему, да, из ада. А воду приватить можно? Нет, там, по-моему, уже нельзя. Там же система кто-нибудь сломать может в аду, нет? У тебя вообще лава откуда берется? Или ты в ад все время там бегаешь, лаву там набираешь? Ну, в общем, надо подумать, какой-то генератор. Надо мне перейти, чтобы не испытывать, скажем так, сильных проблем. Да, вы пришли. Все, давайте полетели, ребята. Я не знаю, насколько серии затянется эта экспедиция, но нам я буду искать вот эти биомы с вот этими деревьями. Причем я не хочу вот елки, а именно хочу вот такие вот прямые. Потому что елки у них неудобно. Но они будут, в общем... Это, кстати, если... Кстати, какая? А, нет, это елка. Ну, пихта. Ну, вы поняли. В общем, тогда ищем пихту. И вот ее не так, что ли, садить надо? Чтобы она гигантская была. А где, кстати, еще ребята посадили? А мы сейчас посмотрим. А, ну тут не увидеть, да? А, понял. Если по одной садить, она вот такая вырастает. Угу. А если по многу? Ну, по 4 в ряд получается.
Или не по 4? Подождите. Раз, два, три. Нет, по 4. А зачем тогда ребята здесь вообще вот так все усадили? Прям вот. Не знаю. Или типа, чтобы они же рядом все равно так не вырастут. Или одну срубили, потом другая сразу выросла, да? А, смотрите, а у них еще тут, как вам сказать? У них не простая земля, а гумус. А, я балда. У них... Понял, у них автоматизирована система. Ферма. Ферма. У них вот это все срубается автоматически. Да? Жидкостная труба. Да, блок фермы. Блок фермы. Блок управления фермы. Редуктор фермы. Да, это из Forestry. Тоже крутая штука. А почему я не вижу, что у них срубаются деревья эти? Я не вижу, что они срубаются у них. Или у них там что-то не запущено, эта ферма. Ладно, все. То 6 минут просто так проговорил. А, так. Знал бы я, где экстрабиом. Ну что, ребята? Не знаю, на сколько серии это выйдет. Но... О, прикольно. Читерство. Занимаемся читерством. Тут мы пролетаем домик Димы. Помашем ему этим мечом. Еще раз скажем, что вообще круто. Уважуха, Дима. Вообще и за подарки спасибо, и за... Вообще за дом. Вообще красава. Вообще. Тут, ребятки, у нас Deadpool 12-31-44. А чё вы так наверху построили? Кстати, напоминает мне это этот самый, как он, пасеку для пчел. А, прикольно сделали. Подниматься по воде. По воде поднимаетесь. А как вообще? А, ну вы построили, что-то понятно. А какой... Так, а давайте посмотрим, какой у вас... А ну вот, Дэдпул. Прикольно. Кстати, ребята, если вы видите, я пролетаю где-то ваши дома, пишите, что это. Можете, знаете, как? Ну, не знаю, я вообще-то все эти комментарии читаю, поэтому... пишите какие-то ваши координаты домиков. Вот. А лучше там вот таблички пишите, ну, я не знаю... Вы видели, где там подарок Дима делал. Вы можете там... Можете без подарка просто табличку написать. И в табличке написать координаты ваши. Просто можете координаты написать. Ну, можете ник написать, можно координаты. Хотя библиокрафтовские таблички там, я как понимаю, в них дофига можно написать вообще красиво. Но это я тоже разберусь. Так, это у ребят это самое, что это у них? А, солнечная панель? Ну, прикольно, прикольно сделали. Так, я отвлекся от нашей основной задачи. Мне главное... запомнить, куда я чтоб не кругами просто ездил. Вообще, где мы находимся? Надо запомнить. Так, надо же запомнить, где вообще спаун. Вообще, я буду тогда ориентироваться по Диминому этому домику. Потому что я не запомнил, где спаун. А это очень важно. Так, сейчас, секунду, ребята. Секунду. Так, все, я вернулся, ребята. Хаммер, кстати, звонил. Хотел поиграть в эти... А, он на Кристалликсе хотел поиграть. Я говорю, я позаписываю, потом поиграем. Так. А вот... А может, мы... Давайте совместим как-то экспедицию за этими деревьями. Вместе с обзором как-то домиков тоже. А почему бы и нет, ребят? То есть часть летсплея вот этого, она, собственно, будет еще и о том, что показывать домики тоже. Которые мимо я пролетаю там, или именно ваши домики.
Вот ребят тоже прикольно сделали. Никитати. А, это они здесь выравнивали. Да, ну я понял. Ну тоже молодцы. Я не знаю, смотрят ли они меня. Да, все хотел этот самый сделать верстак, а то у меня из того все вываливается. Интересно, да. Ну не будем сильно задерживаться, так. Просто посмотрел. Прикольно, прикольно. А что это у них такие за блоки? Сундуки из небесного камня. Прикольно. Не, ну домики прикольные такие. Так. Ищем, значит, Ницпаун где-то там, видимо. Ём, у них как высоко. Генератор ветряной я не видел. Смотрим. Я не знаю, я могу убрать вот эти вот. Могу не убирать. Могу убирать, могу не убирать. Так. Дэдпул. Ты обратно, что ли? Это я обратно лечу, да ё-моё. Надо мне запомнить, в какую сторону лечу. Я это совсем забываю. Может мне какой-то компас, слушайте, сделать? Мне надо было компас сделать, а то я это... А то я не знаю, в какую сторону лечу. Значит, это у меня уменьшается этот координатор, это увеличивается. Знать бы, где экстрабиомы. Ладно, ну что делать? Я хочу те большие елочки. Поэтому вот так вот, что придется нам лететь. Пупочек, смешно назвал. А что ты так сделал? Ты думала, что здесь можно потоптать? Здесь, по-моему, может, нельзя топтать? Я не помню. Но я не собирался все равно топтать. Так, нужно запомнить. Я лечу в ту сторону. Может, вообще в какую-то в одну сторону лететь? Чтобы как-то... А то это как кругами буду и летать. Ну давайте. Ну это вот это вот ничья, кстати, но это у меня уже не нужно. У меня тропическое есть дерево. И я совсем забыл, что здесь вот эти экстрабиом есть. И, конечно, тропическое дерево ничто по сравнению с теми. Да, неплохо бы тут такую ферму тоже сделать, вот тех деревьев больших, и их, чтобы автоматически все это срубало. Да. Неплохо бы сделать это было. Жаль, это не экстрабиом. Хохагора. Акер. Тоже развивается. Человек. Давайте как-то, да, может в одну сторону лететь, что ли. Все равно как биом найдется. Это ж Майнкрафт. Хотя, ребята, тут может быть ограничение, а не может быть, а точно на... как вам сказать? Ну, на дальность мира, я думаю. Потому что я знаю, я тоже с серверами занимались мы вместе с 8-бит, и бесконечный мир, это потом тормозить будет сервер, поэтому голда. Здесь человек только запреватил. Прикольно, здесь лава есть. Круто. Ищем биом. Я, знаете, что боюсь, что мы что-то найдем, а он будет запривачен. Но это же обычные елки. Или... Нет, это, по-моему, обычные елки. Ну, это да, это не из этого. Это хвоя, это... Это обычные елки, ребята, да. Летим дальше, так... Я говорю, все боюсь, что если я кругами не начал бы летать, но я
вроде как. Надеюсь, что не лечу кругами, хотя уже достаточно далеко отлетел. Но имейте в виду, что здесь вот не все не занято, хотя это далеко от спавна. Но я-то за Хаммера пролечу по любым координатам, собственно. Конечно, если там 2000-3000 блоков, то просто дольше лететь. Просто нужно будет за кадром лететь, а потом уже, когда я подлечу, и уже включать запись. Вот. В принципе, я здесь же мог бы остановить, и где, когда я найду экстрабиом, включить. Вот. Чтобы вам не смотреть на это дело все, конечно. Но вдруг что-то будет интересное. Каньон. Прикольно здесь. Так. Просто заодно вы видите координаты, что тут находится, чтобы знали. Может, я понимаете, что может вы увидите какое-то место, где вы хотите построить. И такие, о, по координатам по этим. Они же наверху тут пишутся. Я специально как-то завернул там, чтобы... Вот, это домик. Вот, ребята. А, нет, это... Нет, подождите. Ничего не понял. Это незаприватченный домик. Так, смотрите, я что нашел. А. Это незаприватченный домик. Ребята. Ребят, здесь, смотрите, вот вам, пожалуйста, координаты запоминайте. А, я не знаю. Минус 947, 2000. Ну, далеко, конечно. Но тут, смотрите, можно заприватить эти сразу деревню. Вот видите. Тут, кстати. Кстати. А, нет. Тут же пасечник, по-моему. Нет? Давайте мы попробуем их найти. Да, это пасечник. Взаимодействовать с ними нельзя, жаль. Но тем не менее, как бы, вот вы заприватили, и тут у вас уже все, домик готовый. О, вот здесь еще, ребят, смотрите, о, какая постройка. А я не... О, да вы смотрите, а я не видел, что можно... Смотрите, тут есть рельсы. Но я это забирать не буду, чтобы вы, если что, кто хочет, зайдет сюда. Ё-моё. Это на самом деле такая деревня? Прикольно. Я не знал, что такие деревни бывают. Вы смотрите, как круто сделано. Я вообще не знал, что деревни такие теперь могут быть. А что там внизу? Здесь ничего нету. И это что, оно так генерируется? Круто, тень вообще. Вообще. А может, это кто-то уже построил? Хотя кто? Так что вот, ребята, приходите, тут уже есть и домик, и все. Смотрите, как круто. А здесь что? А, ну ладно. Жалко, что жителям нельзя. Так что, смотрите, круто. Координаты вот можете запомнить. Далеко, конечно. Ну, так вот легко. Пчел искать прикольно. Вот. Эти снежные пчелы тоже круто. Потом, кстати, надо сачок сделать. Но я еще пчелами сильно не занялся. Тем более мне Дима надарил пчел. Лава. Вон лава. Так что я летаю еще для того, чтобы какие-то места вам показать интересные. То есть это быстрее будет, потому что, ну, вы координаты запоминаете и смотрите, о, здесь не занято. Я же специально F12 вот включил, чтобы видеть, где не занято. О, читерство. Читерство. А! Там что-то было, видели там. Там какие-то. Как же бы мне сделать? Ладно, там вы видели какие-то пещеры вообще было. Какие-то постройки были крутые. Может, там данж какой-то. Координаты, кстати, запомните. Ну ладно. Какой-то данж, ребят, был. Вот, смотрите, крутое место. Дофигище просто вот всего тут. Ну, я имею в виду пространство. Так что можно. Тут приватить.
Вот. Вот спавная, ну, далековато, да, 2000. О-о-о. Вот видите, там бинокль не работает. Так, да, поэтому, ребята, готовьтесь, несколько серий будет вот это путешествие, потому что, опять же, это ничье. Кто-то заприватил, ну, то есть, вот видите, кто-то начал и не заприватил. А где у него курица? Он там курицу за это что? Опять же, кто-то начал и не заприватил. Давайте в следующей серии продолжим путешествие, искать экстрабиом, мимоходом показывать какие-то интересные. Кстати, здесь кто-то, видите, уже пещеру сделал. Ну, не пещеру, а вам уже копать не надо. Вот видите? Поэтому вот минус 434, 2081. Запоминайте. То есть здесь вот и выровнено, смотрите, все уже, и все. Я понимаю, кто-то это делал и, как скажем, на чужом месте, ну, как это вам сказать, типа, что некрасиво делать. Но, ребят, вы не заприватели, уж извините. Вот, извините, как-то, не знаю. Хорошо, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это, ну, вот, такие серии будут, потому что, вот, экспедиционные. Главное, что мне сейчас опять понять, в какую сторону лететь. И тем самым я еще показываю вам интересные места на карте. Это намного быстрее для вас, собственно, вам не бегать. Вы координаты записали? Ага, я хочу жить здесь, все. Потому что около спавна, еще раз повторяю, вы сами видели, что творится. Хотя вот Дима нашел там место, может, он давно там заприватил. Успел там. Хотя там можно развиться на этом... на воде сделать землю, да, и развиться, но вы не сможете, естественно, пещеры сделать. Ну, вы поняли, да? То есть платформу на воде можно сделать, потому что там вода не занята. Но это уж вам решать, ребята. И без пещеры, я вам скажу, это будет очень сложно. А, сами понимаете. Всем спасибо, всем пока.